жизнь разделилась до и после пандемии. Хвала Аллаху, я никого из своих близких не потеряла из-за пандемии, но я одна из первых, вот как началась у нас пандемия, сама заболела. Ну, как говорится, надо быть осторожной со своими желаниями. Я вот этой суете работы думала, хоть бы один день провести дома. А когда я заболела коронавирусом, и я на месяц была закрыта одна дома, я поняла, что я больше такого не хочу. Все новое воспринимается с осторожностью. Потихоньку, смотря, какой урон приносит эта пандемия, эта болезнь, ну, приходишь к мысли, к тому, что эта вакцина нужна. Вакцинируйся, спаси жизнь.